На секунду я начала верить, что между нами что-то происходит. Что-то настоящее. Что мы могли доверять друг другу, сходить на ужин, как все остальные. Что не придется прятаться. Хотя мы все равно остались бы тут, чтобы ты приготовил свою пасту, которая, кстати, ужасна. Я не знаю. Я даже думала, что мы сможем забыть обо всем этом дерьме. И что у нас есть будущее. Как глупо, да?